В апреле «Сириус» принял 70 спортивных педагогов из 12 регионов России. Самая большая делегация из Краснодарского края, почти половина всех участников. Много тренеров из Ростовской и Оренбургской областей, Севастополя и Республики Башкортостан. Семинары проходили для хореографов и тренеров по фигурному катанию. Задача – это повышать свои знания, повышать свою квалификацию и, конечно же, брать опыт известных и именитых уже тренеров и специалистов, которые сюда вот приезжают, дают, делятся своими знаниями. Программа в «Сириусе», она развивает детей разносторонне. И, конечно же, они тут были заняты полностью, то есть с утра прямо до отбоя. Поэтому очень впечатление, только положительное. Программы центра дают возможность педагогам получить самую актуальную информацию от ведущих экспертов. Теоретические занятия проводил руководитель Федерации фигурного катания России на коньках Александр Коган и председатель технического комитета Международного союза конькобежцев Александр Лакерник. Они рассказали о современных тенденциях развития фигурного катания в России и мире. Занятия по хореографии провела заслуженный тренер России Ирина Тагаева, а мастер-класс по катанию представил тренер-консультант сборной команды России Виктор Кудрявцев. Самое главное – это обучение очень правильному катанию во всех позициях, во всех поворотах, во всех подходах к элементам, прыжком, вращательным. А это является основой и базой для того, чтобы техника, технические приемы, которые применяются в скольжении, перешли на технику современных элементов прыжков. Тематический семинар прошел и для учителей физики. В нем приняли участие 40 педагогов из 20 регионов, а также представители региональных центров развития образования, преподаватели вузов и педагоги центров дополнительного образования. Во время обучения обсуждались сложные темы школьной физики, прошли экспериментальные работы, уделили внимание и вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, а также научной и проектной деятельности в системе физико-математического профильного образования. Я понимаю сейчас дефициты, те, которые есть у меня. Да, то, чего я не могу дать детям, чтобы вот они были успешны, вот именно в науке, в образовании были успешны. Поэтому как бы есть над чем задуматься, есть расти куда. По завершению семинара все участники получили удостоверение о повышении квалификации. Теперь такие программы будут проводиться в центре «Сириус» регулярно. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.